Начало развиваться в Тольятти, вот действительно, ну, какой-то мощный импульс. Именно они сквотеризировали культурное пространство Тольятти. Сейчас данный фестиваль – это воплощение одного из этих проектов. Этот фестиваль заточен именно на то, чтобы давать культурное пространство. Они просто люди, которые интуитивно чувствуют. Необученные ювелиры, которые находят огранку для тех алмазов, которые еще даже сейчас не открыты. Изучали ли они предыдущий опыт или просто взяли какую-то там идею Нью-Йорка 70-х годов? Это возможность услышать других людей. Возможность услышать, возможность увидеть, возможность их почувствовать. Восточно получилось. Отлично, что приезжают люди из других городов посмотреть, потому что для нас важно, чтобы Тольятти оставался тем городом, где есть движение. Вот то, что вы создаете, вам спасибо, мы всегда будем вам помогать. Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сызрань, Самара, Тольятти. 28 участников, 30 проектов из 10 разных городов, 28 только художников и дизайнеров, еще 30 музыкантов и музыкальных групп. Куча разных клевых, интересных вещей. Это очень здорово, именно этого мы и хотели, чтобы человек, придя сюда, хотел остаться здесь на весь день. Потребовалось 4 года, чтобы найти помещение, чтобы собрать команду, собраться силами, вырасти, дорасти до того уровня, который сделали. 3 года назад это было невозможно, 2 года назад было невозможно. В прошлом году это было бы невозможно. Звезды сошлись, все получилось. Мы первые, мы единственные. На самом деле, мне
сначала, когда я по первому этажу прошелся, как-то мне сначала стало грустно и плохо, ну потому что современное искусство, постмодернизм такой постмодернистский, и все очень странно. А на второй этаж зашел, и прям что-то стало так хорошо, там Пушкины, лес, который спит, ему очень понравилось, ну и само помещение замечательное. Пожелал не слушать каких-то негативных комментариев тех людей, которые просто сидят на попе ровно и ничего не делают.